О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно предстояй престолу Всевышнего, прирадостный благовестниче и усердный споспешниче нашего спасения. Свойственным Тебе милосердием прими сие хвалебное пение от нас, недостойных Тебе приносимое. Исправи молитвы наши и принеси я, яко Фимиам, на небесный алтарь кадильный. Озари умы наши светом познания, тайн спасительные веры нашей. Воспламени сердца наши любовью ко Христу Спасителю нашему. Обрати и укрепи желание наше на спасительный путь евангельских Его заповедей. Да всем веце тихо и благочестно поживем во славу Божию, в будущем же не лишимся вечного Царствия Божия. Еже получите досподобимся благодатью Христа Бога нашего, ходатайством пречистая Его Матери, пренепорочная Девы Марии, и Твоими многомощными ко Господу Богу о нас молитвами. И да прославим с Тобою и прочими бесплотными силами небесными и всеми святыми единого во Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.